22-й день в Сеуле, мы обратили внимание, что у местных жителей есть две особенности. Они всегда улыбаются и фотографируют. Образ корейского самбо в автобиографических историях, рассказанных нашими героями. Однажды мой друг позвал меня с собой на занятия. Я увидел, как занимаются самбо. С тех пор увлекся и занимаюсь сам. Мой первый большой турнир по самбо был в Ташкенте. Там я выступил не очень. Надеюсь, в этот раз показать все, на что способен, и добиться лучшего результата. Как-то я, занимаясь айкидо, увидела, что ребята в группе занимаются самбо. Мне очень понравилось. И с тех пор я начала сама заниматься. Мне нравится то, что это борьба без оружия. Она более честная, что самбо в Корее только начинает развиваться. Но я верю в то, что вскоре мы сможем бороться на равных с самыми сильными спортсменами. Я занималась дзюдо, когда была еще ребенком. Потом я узнала о том, что будет проводиться такой большой турнир, и решила принять в нем участие и представлять мою страну. Мне же нравится самбо, потому что это и с одной стороны самооборона, а с другой стороны физическое развитие. Я занималась дзюдо со своей подругой, потом она мне сказала о таком большом турнире по самбо, и я решила попробовать свои силы в новом спорте. Я очень удивлена уровнем спортсменов здесь. Они делают просто потрясающие вещи. Я получила предупреждение еще до начала встречи, потому что перепутала цвет формы. Должна была выйти к ковру в красный, а вышла в синий. Южная Корея известна своей способностью быстро принимать и перенимать инновации во многих сферах жизни, будь то высокие технологии, автомобилестроение или даже спорт. Ведь именно после Олимпиады 88 во всем мире узнали о существовании атлетов из этой страны. Мы очень надеемся, что организация и участие в этом чемпионате помогут развитию самбо в регионе. Впрочем, мы не прощаемся, впереди еще два отличных соревновательных дня. Следите за новостями на нашем официальном сайте sambofias.org.